И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Папки. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А Димончик приготовил, как всегда, классные постройки, будет нас удивлять. Ну и что-то показывать прикольно. Да. Во. О. Это музыка играет? Это диско-клуб, давай, Димас, готовый? Да, пошли. Зажигать. Воу, open tonight. Заходите сюда. Давай. Идем. Тут должно security стоять. Ну тут нету, тут так. Фейс-контролю. По колхозке, пойдем. А чё мы? А, всё. Да, могу. Давай. Воу! Димон, это класс! Ребята, ставьте лайкосики, вам тоже нравится. Ты я за собаку танцевал. Тебе скрап-механики танцуем. Что-то я растанцевался в играх. Круто, Димон, мне нравится. Настроение классное. Давай, Димончик, зажигай. Песни. Больше басов. Это из какой-то песни, Димас. Димон, идем на второй этаж. Да, погнали. Тут, кстати, вот такие бассейны, туалеты такие классные тоже сделаны, все. Круто. Сейчас на втором этаже мы будем с балкона смотреть на танцпол, как во всех барах, клубах сделано. Смотри. Офигеть. Это VIP-зона, можно так сказать. Наблюдательная зона. Ой, здесь можно посидеть. О, сделает первого лица, прикольно здесь. Ой, не то нажал, степ-пинчатки. Тут мы такие здоровые от первого лица. Ого! Как будто сидишь, танцуешь. Ногами, да, трясешь так. Головой так немножечко шатает. О, вообще топовая постройка. Я бы ее никогда в жизни не убирал. Ну, придется. О, опять какая-то кабака. Только давай тут уже полы приделаем. Это, Димас, из FNAF, а Sister Location. По сколько кубиков? По два? Да, по два. Вот, видишь? Да. Странный вход. Знаешь, на Димона похоже на какой-то большой сейф. Это, Димас, FNAF, Sister Location. О, еще какой-то подписчик зашел. Ого, смотри, что здесь происходит. Во. О. О, конечно, здесь ходит. О. Еще должны пацаны поокать. О, давай нажмем тут эту кабаку. Тут свет работает. О, классно. Это электричеством фигачит, наверное, аниматроника. Ну, наверное, раз так мигает сильно. Так. Не знаю. Пусто. Не знаю, что это такое. Идем дальше. Так, здесь тоже что у нас? Появляется. Воу. А, пусто. А, аниматроники стоят. А что они как какие-то курчатки? Смотри, Дима, ну похоже на курицу. Не-не-не, на инопланетных. Ну похоже же. А это на собаку. Справа, да. Справа похоже на курицу. А что его глючит? Не знаю, ребят, напишите в комментариях. Мы тут без понятия, кто это такие вообще. Телепузики какие-то. Челепиздрики. Какие-то челепуздрики. О, челепуздрики. Смотри, Димас, что я нашел. О, подожди, тут еще что-то есть. Смотри, что нашел. Комната охраны. А, подожди, я тебя перепутал с другим челиком. Вот, садимся сюда. Тут закрываем, это закрываем. О, так ты можешь тут... Ничего себе. А это что такое, непонятно. Получается, смотри, Димон, работает вентиляция и двери. А это типа экран камеры включать. Короче, Димас, я по вентиляции пошел. Ага, все понятно. Ага. Аниматроники тут очень стрёмные какие-то. Ну, сейчас мы их починим. О, одного починил. Ой, что ты его сделал? Починку оформил. А, не, вроде нормально все. Ну, чуть провисло, малёшенько. Не, все, убираем. Нормальная постройка. Скажу честно, Димон, пиццерия очень примитивная, это ужас. Вообще, как двери. Согласен. Ничего не обустроено, ни дверей. Ой, ну двери, как в сейфе. Внимание, столиков. О! А ты эту же постройку ставил, Димон, я помню. Нет, эту не ставил я постройку. А, нет, эту не ставил. Они похожи между собой, но у этого в руках. Не, Димон, оп, ставил. Оп! Красавчик. Я помню. Какой молодец. Ого, чё? Это R2-D2. Я видел, как он рассыпался.
Классно, классно, рассыпался. Опа, опять что-то с ним происходит. Чувак, тебя может починить как-то? Я знаю, как его... Знаешь, как надо чинить мотор? Давай, сейчас покажи. Покажу, Димас. Так, динамит да. Поставишь, да? Сюда, 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 сюда. Ой-ой-ой-ой, Димон. Так мы так... Ой, он брейк ломает, ты его перепрограммировал, брейк. А так можно? Это законно? Дима, не останавливай его только. А че он так делает? Ты не знаешь, как оно перевес делает? Прикольно. Я его попробую, Димон, поймать. Я его отключу. Я его отключу. Стой, челик, стой, психованный аниматроник. Вот и все. И нет аниматроника. Что это за кабак? Это болтик от него отлетел. Мочи, мочи, мочи его. Так, что у нас там дальше по программе? Ты письку строишь какую-то опять? Да не. Мне пишут инвалид. Нету позиции. В общем, Димас инвалид. Во, что это за... Подожди, как это называется? Еще и башмаки одеты. Не знаю, это что такое? Это очень смешно смотрится. Тогда ботинки вообще розовые. Это... Ну, как... Еще знаешь, как будто он не идет, а танцует. А ну да, я на нем похожу. Так, мы тут немножко ему баланс. Не-не-не-не-не. Димас. Ого, ты во землю решил забить? Смотри, сейчас кто-то улетит в космос. Давай посмотрим. Да не, как просрал, что ли. Ай, блин, не получилось. Так, а это что такое у нас? Это что, ему нос приделали? Глаза теперь не закрываются. Какой-то, знаешь, персонаж чужой. Это жесть, вы решили уничтожить полностью. Мне еще каркас остался, крепкая штука. Ого. Сейчас я чувака покормлю. А, это Фредди. Это у него соски, что ли, или что это? Так, Димас, вот это, кстати, построечка музыкальная. О, я люблю музыкальную постройку. А звучало как красиво, да? Паук такой сделали. О, это паук. Где, что-то не это большой, здоровенный паук. Это робот Generated Survive. Вот отсюда, вот, Димон, вот его лицо, глаз я вижу. Один глаз у него. У меня что-то вообще все плохо. Да? У него в руках какой-то валик, он красит, что ли? Вау, зато он такой крутой вообще. Так, как ему... У него даже нет никаких механизмов. Это просто штука такая вот. Это, пустая. Короче, робот выживает. Вот видишь, у него сзади как будто распыление какое-то. Он чисто убивает. Это робот-убийца какой-то. Робот-убийца. Вот у него лицо злое, это реально крутое лицо. А где тут лицо его видишь? А вот отсюда надо смотреть, где я стою. А, это лицо. А что, не похоже? Смотри, в правой руке у него какая-то граната, в левой руке у него какая-то острая штука, кирка какая-то. Угу. Он просто... У него, короче, зубы как пианино какие-то. Смотри, Димас, у него зубы пианино. Давай, Дима, мы это на лапы подпилим. Да, надо бы такому человеку лапы подпилить, точно. Еще ему тут жопу подпилю. Ой, сейчас взрывы будут. Воу. Бум. Может, кирпич немножко поломать нам тут? Что оно делает? Не знаю. А, ну, все, я понял. Кстати, я ее зарядил. Давайте, короче, взрывать будем. И взрыв пошел. Бум. На! Воу-воу! Стрик крича! В воздухе это прикольно закрутило на его. На удочку, короче, прицепить можно. Можно удочку, да, точно. На рыбалку идти. Все, поломали удочку. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!